Всем привет, друзья! Здравия! Едем еще одну небольшую экспедицию с одной ночевочкой на тот же самый шурф. Это будет третья часть. Время у нас почти 4 утра. Погодка нормальная, немножко жара спала. Посмотрим, что будет днем. Обещали все-таки градусов 26-27. Конечно, это тяжело очень. Вот. Но сейчас замечательно. Сейчас поставим машинки в наш лагерь. И приступим. Вот мы опять на точечке на своей, в своем лагеречке. Ну, что я вам хочу сказать. Трава в рост человека практически выросла. Бурьянище. Сегодня у нас светло будет. Я лампочку. Лампочку взял, светло будет. Замечательно. Прелестно. Че, сейчас по глоточку кофейку и в бой. Ну так даже бывает, да? Ну, какие-то интересные люди тут уже пошурфили. Причем по верхам. Ну, видимо, недолго. Похреначили, короче, тут. Позакопали отвалы, которые... Блин. Вот здесь немного закопали отвалов. Ну что же. Здесь тоже попытались что-то шурфануть. Вот, видимо, попытались и бросили. Прошли по макушкам, по верхушкам. Ну, я могу сказать, что там, возможно, были советы, и то немного, и чермет. И то тоже такой мелкий всякий хлам, жбунька. Так что как-то так. Ну, ладно, я сейчас полезу вот туда, наверное, под корни. Ну, я так хочу. Ну, пробежался по верхам. Пуговка и две монетки. Это после тех удачливых шурфлеров, которые нам тут всю малину обкакали. Ребятки, ну если вы лезете, ну шурфите вы хотя бы ну так, как правильно, а не как-нибудь. Или вы с пиратами сюда заходили. С чем вы заходили-то? Ну... После небольшого затишья начало сыпаться золотишко партии. Двундели, пятачелло. Ну, такие
Какалики, просто какалики. Ну. Да, конечно, попортили наш шурф пришлые копыри. Еще следующим экземпляром кителевая пуговица немецкая. В грязи, но в прекрасном сохранении. С ушком целенькая. Шикарный ключик выскочил. Осталось найти замочек. Хотя не факт. Советина. Горы земли растут. Ну, без нас как бы они не растут. Потому что мы покушали, уже не стал снимать. Потом дождик начался, мы поспали днем, как в детском саду. Замечательно вообще. Ну и что сказать? Ну вот без таких вещей и нет контента. Вот, тетя Лиза. А это уже гораздо интереснее, чем какие-то советики. Причем это получается вторая Лиза с этого фунта. Да. Еще у нас есть три пуговки от немецких порток. Хоть сейчас пришивай, догоняй. И еще есть манитосина. Ну, очень похожа на Рекс Феннинг. Но в очень-очень-очень уж ушедшем сохране. Всю ночь дождик шел мелкий. Мокрое, все мокрое. Вокруг все мокрое. И очень похоже на то, что дождик будет продолжаться.
Ну, один плюс, комаров нет. Ночью просыпался, уже под утро пень тлел всю ночь. Ну, хорошо, костер не пришлось разводить. Подкинули дровишек и вскипятили себе водички, позавтракали. Чем Бог послал. У меня там чай с земляникой. Одним соловьям беззаботно поют. Подмочил нам дождик все на свете. Мокренько, сыренько. Сейчас, наверное, тут буду перешеек, наверное, убирать. А посмотрим, что день грядущий нам принесет. Ну, вроде солнышко выглядывает, и не так все тоскливо. Соловьи орут, заливаются. Будем сейчас вот вырубать корни. Заросло все, заросло. Ну, утро второго дня нас встретило двумя десятюнчиками, рамничками. Вот, пока копаем дальше. Моросит мелкий дождик. Как мы отсюда выезжать будем, еще вообще неизвестно. Вот сколько артефактов жизнедеятельности древнего человека. И осколки бутылей, и кусок переноски времен войны. И сигнальная ракета. Опять заморосил. И еще два монитосика. Тоже советы. Еще два какалика. Двундель и пятнарик. Рамничек. Они все такие какалики. Так, у нас еще двундель и вот такой вот замечательный экземпляр. Практически целая чайная ложка. Сейчас ищем от нее остатки. Вообще великолепная. Ручку на место припаять и чаек попивать. Ну, у нас еще тут есть такая вот найдена привесочка. С
Скорее всего, зять носил, а там было фото любимой тещи. Ребят, ну такие вещи не показывать, это просто преступление. Чернильница. Целенькая. Эсилок. Выпал 10 копеечек. Щитовичок. 32-й год. Ну, довольно-таки бодрый. И не как алик. Прошелся немножко по верхам, там, где нам накакали горе-шурфисты, копари. Ну, 2 копеечки, 2 копейки по копейке и 15 копеек. Естественно, все советы, но все равно. Еще одну вещь хочу показать. Не знаю, поймет кто, что это. Может быть, камера так не передает, но когда взяли в руки, это все, это сразу понятно, сразу стало, что это вообще, что это такое. Вот. Зачем здесь в трубочке дырочка? Почему она сплющена? Вот мы в советское время таким баловались. Это же обычный поджигной. Рукоятка куда-то делась. Пу-пу-пу. Все, ребяточки, завершаем мы 3-й день шурфа, как бы 3-й поход. Шурфа, так вот скажем. Керамика. Очень интересная посуда. Черепки от горшка. Все, что осталось. Фактически. Ну и сделаю еще обзор по находкам, по монеткам. Пуговичкам. Все, что нашли. Все, поэтому сделаю обзор. Вот. Ну и как бы так. Вот, друзья, и закончился еще один копорский выезд. Все находочки, ну, скажем так, фактически все находочки перед вами. Монетки, пуговки. Все это вы видели в ролике. Думаю, что на этом этот шурф завершен.
Сейчас лето, жарко, будем искать другие места. Вот. Ну, кому понравилось, ставьте лайки, не стесняйтесь. Кому не понравилось, ставьте, что хотите. На этом с вами прощаюсь, друзья. До следующих выходов, до следующих роликов.